Здравствуйте! В эфире «Медикум» – программа для тех, кто заботится о своем здоровье. Сегодня узнаем, как восстановиться после перенесенной новой коронавирусной инфекции. Возможно ли отсрочить менопаузу у женщины, от чего бывает акне и как сохранить красоту кожи? А еще выясним, все ли вы знаете о таких популярных в нашем рационе продуктах, как груша и мята. Начнем, пожалуй. «Бьюти-минимализм» – так называлась книга, которую я недавно прочитала. И, к собственному удивлению, выяснила, что мята, как компонент различных уходовых средств, может провоцировать аллергические реакции. Чего еще мы не знаем об этом ароматном растении, расскажем в сюжете. Аромат знаком каждому с детства. Старшее поколение часто употребляло этот напиток для успокоения и нормализации сна. Если раньше о полезных свойствах мяты могли только догадываться, то сегодня ученые точно знают, какие макро- и микроэлементы содержатся в этом растении. В состав мяты входят витамины А, Д, С, группы В, эфирные масла, фитонциды и органические кислоты. Неповторимый запах листья мяты и освежающий вкус придает ментол. Его эфирные масла облегчают дыхание и снимают заложенность носа при простудных заболеваниях. Высокое содержание витамина С в растении помогает укрепить иммунитет. Более того, мята обладает бактерицидными свойствами. Полезных свойств у мятного чая много. Перечное растение борется со стрессом и тревожными ощущениями. Его даже назначают для профилактики депрессии. Как вы уже поняли, регулярное употребление мятных коктейлей благотворно сказывается на состоянии нервной системы, помогает избежать перенапряжения и развития хронической усталости. В сочетании с черным чаем перечное растение работает как миорелаксант – средство для снижения тонуса скелетной мускулатуры. Это свойство помогает в период стрессовых ситуаций. Тем, кто имеет проблемы со сном, врачи рекомендуют выпивать около 3 кружек мятного чая. Для большего эффекта добавляют соцветия лаванды. Они позволяют организму быстрее расслабиться. А входящий в состав мяты ментол действует как спазмолитик. Трава с неповторимым свежим ароматом обладает обеззараживающим свойством. Это обусловлено содержанием дубильных веществ – марганца, меди, магния и витамина А. Мяту считают женским растением, так как большую пользу приносит именно представителям прекрасного пола. Обезболивающее свойство напитка помогает многим девушкам справиться с мигренью и мышечными болями. Напиток также способствует снижению артериального давления, поэтому гипотоникам от такого чая лучше отказаться. Детям до 3 лет чай из мяты лучше не пить. В народной медицине бытует мнение, что он может облегчить состояние ребенка при коликах, но научно это не доказано. Мята не является жиросжигающим продуктом, но многие его используют в качестве вспомогательного средства при похудении. Дело в том, что перечное растение, успокаивая, может снизить аппетит. Мы спокойны, а значит, не заедаем проблемы. Также отвар мяты может избавить от тошноты и общего недомогания при нарушении пищеварения. Эфирные масла извлекаются в раствор, водный раствор мы получаем, по сути дела. И горячей водой мы извлекаем эфирные масла, а другого способа употребить эти полезные вещества и нет-то, в общем. Но несмотря на все положительные свойства, такой чай имеет целый ряд противопоказаний. Его лучше не пить при варикозном расширении вен и гипотонии. В противном случае возможно резкое ухудшение состояния, так как мята даже в небольшом количестве может вызвать снижение концентрации внимания и сонливость, ее нежелательно употреблять перед тем, как сесть за руль. Все чаи имеют ограниченное действие, то есть его можно пить, например, в течение 10-20 дней. Затем необходимо делать перерыв, потому что может слишком седативное действие оказать. Подведем итог. Мята укрепляет нервную систему, снимает болевой синдром и спазмы, нормализует работу сердца, повышает эластичность сосудов, улучшает работу мозга и пищеварительной системы, а также ускоряет метаболизм. Но помните, все хорошо в меру. Мадина Тимирканова, Александр Левченко, Давид Битиев, Бимболат Дзуцев, программа «Медикум». Менопаузу часто ассоциируют с осенью жизни женщины. Сам по себе климакс рассматривается как период неизбежного увядания, утраты красоты, женственности и привлекательности, старения, в конце концов. Между тем, такое отношение к вопросу лишает нас с вами возможности насладиться одним из прекраснейших этапов своей жизни. Как перестать бояться и начать получать удовольствие от этого периода, расскажет наша гостья, гинеколог Кристина Караева.
Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Часто женщины путают понятия климакс, менопауза. Поясните, пожалуйста, разницу. Менопауза – это констатация тех изменений, которые в норме происходят у всех женщин в организме. Климакс – это в медицине аналог этому слову, это климактерический синдром. Это состояние, патологическое состояние, которое может сопровождать менопаузу, а может и не сопровождать. Менопауза – это не диагноз. Менопаузальные изменения – это физиологическая особенность организма женщины. И действительно, в этот период в организме женщины происходят изменения, которые заложены в нас природой. Происходит снижение выработки одних гормонов, компенсаторно повышается выброс других. В некоторых случаях это сопровождается неприятными ощущениями. В медицине мы их называем симптомами. Вот если этот период сопровождается неприятными ощущениями-симптомами, эти симптомы собраны в понятие климактерического синдрома. Какие это симптомы? Можно перечислить? Одним из основных симптомов является нарушение менструального цикла. Приливы жара – наиболее часто встречающийся симптом. Все женщины о нем наслышаны, потому что мы видим женщин, которые обмахиваются там, журналами, газетами, кто-то даже специально веера приобретает. Психоэмоциональная лабильность. И чуть позже развиваются урогенитальные расстройства. Вот эти основные симптомы включены в понятие климактерического синдрома. Наверное, нужно сказать о возрасте. С какого возраста женщине стоит насторожиться и чуть внимательнее наблюдать за своим телом? Возрастной ценз есть. И это, опять же, та история, когда иногда неправильная интерпретация может привести к постановке ошибочных диагнозов и неадекватному лечению. Если указаны явление угасания функции яичников происходит в возрасте от 46 до 55 лет, то это время своевременной менопаузы. И если женщина переносит этот период хорошо, ее ничего не беспокоит, то, соответственно, диагноза климактерического синдрома мы не ставим, и лечение это состояние не требует. Если симптомы развиваются раньше, то, конечно, стоит насторожиться. Если описанная клиника развивается в возрасте от 40 до 45 лет, то мы говорим о ранней менопаузе. Если до 40 лет, то мы говорим о преждевременной менопаузе. Конечно, тяжесть симптоматики, как правило, при ранней менопаузе, при преждевременной, более тяжелая. И мы должны, конечно, таким женщинам уделять больше внимания, если так можно сказать. Однако всегда акцентирую внимание своих пациенток, и часто женщины обращаются для беседы, даже не как пациенты, а уточнить ту или иную информацию. И стоит доводить до женщины информацию о том, что не всегда нарушение цикла или симптомы, схожие с симптомами климактерического синдрома, означают приход менопаузы. Настолько много страхов у женщин, настолько они боятся этих изменений, что бывает так, что пациентка 35-38 лет обращается на прием с вопросом о том, что «доктор, кажется, у меня началась там ранняя или преждевременная менопауза, помогите». Мы живем в эндемичной зоне, в эндемичной местности, и недостаточная функция щитовидной железы может давать схожую симптоматику. Опять же, мы живем в непростое время, и повышение стресс-чувствительных гормонов тоже дает такие же симптомы. Недостаток гемоглобина и недостаток железа в организме может спровоцировать изменения менструального цикла. Нарушение углеводного обмена. Я перечислила основные. Помимо этих есть еще много каких-то других факторов, которые могут приводить к нарушению цикла. И мы на первичном приеме должны разобраться. Действительно, у женщины их изменения укладываются в переменопаузальные. Либо это другая патология, и если мы эту патологию вылечим, да, скомпенсируем, то вторичные изменения ликвидируются самостоятельно и не требуют от нас никаких действий.
А когда речь идет все-таки о ранней менопаузе, с чем это бывает связано? Преждевременное истощение яичников. Это может быть необоснованной стимуляцией яичников. К сожалению, это часто встречается, когда в стремлении родить ребенка женщина попадает либо в руки таких докторов, которые усиленно стимулируют яичники. Да, как бы, да, они идут вслед за желанием женщины. К сожалению, очень тяжело переносится хирургическая менопауза. И это тоже такая важная история, когда мы получаем такие истории, когда женщина не посещает регулярно гинеколога, она не знает, что у нее есть уже какая-то проблема, и обращается уже по факту каких-то жалоб. Мы видим объемное образование яичников, и у нас не остается никаких других вариантов, кроме как хирургического лечения. Женщина утрачивает орган и, соответственно, утрачивается функция. Это тоже может приводить к преждевременной менопаузе. Стрессы. Очень тяжело. Железистая ткань, эта ткань яичников переносит стрессы. Бывает такая стрессовая аменорея, когда функция яичников истощается. А наследственность играет какую-то роль здесь? Больше влияет не конкретная наследственность, а сопутствующие факторы. То есть если, если наследственность отягощена по заболеваниям щитовидной железы, по инсулинорезистентности, да, то тогда да, в семье этой могут встречаться у бабушки преждевременная менопауза, у мамы и у третьего поколения, уже, например, у наших пациентов. Угу. Такая история может быть. Кристина, а как же подбирается терапия? И в зависимости от чего? Основной акцент делается, конечно, на тяжесть симптоматики. Ни в коей мере не приветствую подход «стрельнем-ка мы из пушки по воробьям». Первичный прием на то и первичный прием, чтобы мы выслушали пациентку, оценили степень выраженности ее симптоматики. Обязательно осмотрели ее и назначили дополнительные обследования. Спектр лечебных мероприятий в отношении климактерического синдрома варьирует от физиотерапии, фитотерапии, иглорефлексотерапии и заканчивается назначением гормональных препаратов. Которых так часто боятся пациенты. Да, и это тоже один из очень широко распространенных мифов. Для того, чтобы мы поняли, что нашей пациентке подойдет, мы должны оценить степень выраженности симптомов, мы должны оценить, соответственно, показания к назначению того или иного метода лечения, того или иного вида лечения. И мы должны оценить обязательно риски и противопоказания. Для всего этого нужно, конечно, обследовать пациентку. А вот хочется отдельно остановиться на гормональной терапии. Почему такие страхи, почему так сопротивляются женщины этой форме лечения? И давайте их разубедим, может быть. Давайте. Мы часто получаем информацию от своих мам, подруг наших мам. Да. Кто-то уже младше нас поколения получает от своих бабушек информацию. И на самом деле первые препараты, которые были созданы для лечения менопаузальных расстройств, они содержали достаточно крупные дозы гормонов. Часто развивались побочные эффекты. Это прибавка веса, это рост волос на лице, да, такая вот по мужскому типу появлялись усики в зоне бороды, начинался рост волос. И столько лет уже прошло, и столько новых препаратов, и новых методов их введения есть. Это не всегда, как многие думают, что это не всегда таблетки, которые нужно пить. Есть минимальные воздействия на организм, когда можно наносить гормональный препарат в виде геля трансдермально на кожу. И сейчас препараты не имеют тех побочных эффектов. На своих приемах я сталкиваюсь с тем, что пациентки часто делятся на три группы. Самая такая средняя группа – это те, которые информированы, они приходят уже с таким большим процентом доверия к доктору, и мы с ними совместно выбираем
лечения. Они соглашаются на гормональную терапию, если я считаю необходимым назначить, но я всегда объясняю, почему я это делаю. И встречаются такие диаметрально противоположные мнения у пациентов. Одни не хотят, категорически отказываются от гормональных препаратов, хотя у них есть показания, им эта терапия показана, и она им поможет, они станут себя лучше чувствовать. Но страха много. Я стараюсь развенчать этот миф, объяснить. И, конечно, я всегда стараюсь начать лечение с минимальных доз. Если на минимальной дозе есть терапевтический эффект, я не считаю нужным выбирать препараты с большими дозами. Вторая группа – это совершенно другая категория пациентов, которые настаивают. Они прочитали много интересных статей про пользу гормональных средств. Они хотят пить гормональный препарат, но они им противопоказаны. У них большие риски. И, конечно, я как доктор, оценив ситуацию, беру на себя ответственность, если я вдруг назначу им. Я им предлагаю другие методы лечения, но они просят: «Нет, доктор, пожалуйста, я хочу пить гормональный препарат». Всегда, всегда все решается в ходе беседы. Через объяснение, через разбор. Иногда приходится рисовать, как это работает в организме, схемы рисовать. Да, у меня была пациентка, которая, я рассказывала, как это все в организме функционирует, и в конце приема дала ей заключение. Она говорит: а можно я вот этот листочек, где вы мне все нарисовали, тоже заберу? Я говорю: пожалуйста, заберите. Мне кажется, это очень важно так доносить до пациента. Препараты все в свободном доступе. Если мы не донесли до пациента нужную информацию, она может выйти и купить в аптеке препарат, который ей навредит. А насколько грамотная женщина наша вот в отношении собственного здоровья репродуктивного? Я все больше радуюсь, я могу сказать так, потому что если сравнивать с 15-летней давностью, да, 2006 год, когда я только вернулась в Осетию после Санкт-Петербурга, там тогда было гораздо сложнее, потому что очень-очень тяжело было с пациентами. Они не шли на профилактические осмотры, они не понимали вот степень важности их, и приходилось объяснять. Среди родственников, среди знакомых и друзей были женщины, которые по 5, 6, 7 лет не обращались. И когда я им говорила: ну давайте проведем вам профосмотр, они так на меня смотрели, говорили: когда-нибудь в другой раз, меня ничего не беспокоит. Сейчас ситуация поменялась. Все больше женщин приходят на профосмотр. Меня это очень радует, потому что профосмотр – это тот этап, когда мы можем выявить фоновые состояния. И касаемо патологии шейки матки, можем предотвратить развитие онкологии, да? Мы можем поймать фоновое заболевание, пролечить его. Мы можем увидеть минимальный гормональный сбой. И тогда это тоже такой вклад в прогнозы относительно менопаузальных расстройств. Если мы своевременно видим минимальные изменения, мы можем их скорректировать с меньшими, скажем так, нагрузками для организма. Поэтому, конечно, ситуация меняется в лучшую сторону. И как часто нужно вас посещать, чтобы наблюдать и не пропустить вот тот самый момент опасный? Согласно всем рекомендациям, это один раз в год. Но когда меня так спрашивают, я всегда поясняю, что если вы пришли первый раз на профосмотр к доктору, и он увидел какую-то патологию, которую, может быть, не надо сейчас лечить, но для того, чтобы оценить, разовьется процесс или не разовьется, доктору нужно вас пригласить не через год, а через полгода. Бывают ситуации, когда через 3 месяца прошу: придите, я еще раз посмотрю, мы посмотрим в динамике, есть изменения или нет. Если я на профосмотре говорю, что все замечательно, все хорошо, я пишу в рекомендациях: явка через год. Кристина, а как быть тем женщинам возраста 40 и выше, 40+, которые все еще хотят выполнить свою материнскую функцию и боятся вот как раз-таки этого возраста, и смогут ли они физически выносить и родить здорового ребенка? Я даже скажу, не 40+, это начинается 36 и продолжается где-то до 45 лет.
И это определенная группа пациентов, которые уже прочитали где-то или услышали, что все, поезд ушел. Очень не люблю это выражение. Все индивидуально. Приходят с этим страхом, что я не успею, я останусь без этого. Это, как правило, такие очень активные женщины, которые строили карьеру, да, как бы. Либо у них уже есть дети, но они бы еще хотели, да, как бы родить ребенка. Все индивидуально. Мы обследуем, смотрим базовое состояние организма. Если мы выявляем действительно такую тенденцию к снижению овариального резерва, то это один вид рекомендаций, да. Если мы видим, что все спокойно, все хорошо, то мы сообщаем, я с радостью сообщаю женщине, что у вас все хорошо, у вас все еще может получиться самопроизвольно, без использования вспомогательных технологий. Вселили надежду. Можно ли отсрочить вот период менопаузы, как-то максимально продлить свою молодость? Очень важный, очень актуальный вопрос, часто задаваемый, и я до своих пациентов всегда доношу эту информацию. Есть уже такой миф, что назначение гормональных препаратов может отсрочить наступление менопаузы. Нет. Менопаузальная гормональная терапия раньше называлась заместительной гормональной терапией. А это значит, что мы, назначая препараты, дефицит восполняем, но никак не стимулируем организм к выработке. Кристина, и хотелось бы напоследок услышать пожелания для наших зрительниц. Они ждут. Хочется поблагодарить вас, что вы пригласили меня в студию и пригласили сегодня, сейчас, когда за окном осень. И то, с чего мы начинали, мне хочется еще раз сказать. Во всем мире принято называть возраст элегантным. Это тот возраст, когда женщина уже себя хорошо знает. Она знает особенности своей внешности, она знает свой характер. Она знает какие-то нюансы своей жизни, на что теперь стоит обращать внимание, на что не стоит. Это то время, когда карьера уже у большинства, кто планировал ее строить, построена, дети уже выросли, уже отправились в собственное плавание, и у женщины появляется время заняться собой. И мне очень-очень хочется, чтобы женщины наслаждались этим периодом, и если какие-то ситуации у них требуют коррекции, они обращались за помощью. Благодарю вас и непременно обратимся в случае чего. Спасибо. Кто в день одно яблоко съедает, у того доктора не бывает, гласит английская пословица. И она правдива, ведь в этом обычном, на первый взгляд, фрукте полно витаминов и других полезных элементов. Самый популярный и относительно недорогой фрукт можно любить не только за вкусовые качества, но и за пользу, которую он приносит организму. Во-первых, яблоко содержит витамины группы В, Е, С и провитамин А. Все они влияют на нашу кожу, волосы и ногти, способствуют регенерации. Помимо этого, витамины А и С улучшают зрение. К слову, последние замедляют рост катаракты. Вдобавок ко всему, объект нашего фруктового материала содержит массу макро- и микроэлементов. То мы знаем, что яблоко – это кладезь железа. Очень часто яблоко даже назначают при каких-либо железодефицитных анемиях, вообще при любых анемиях, особенно при железодефицитных анемиях. Также яблоко очень полезно кушать при каких-то желудочно-кишечных заболеваниях. Также в химический состав яблока входят цинк, медь, марганец, йод, калий, кальций, натрий, магний и фосфор. А еще такие питательные вещества, как белок, жир, углевод, клетчатка и даже зола. Продукт также содержит пектины. Пектин в основном содержится в кожуре яблока, да? Основная его часть. Это клетчатка, да, то есть это большое количество клетчатки. Мы, как понимаем, клетчатка способствует моторике, как я уже сказала, улучшению пищеварения и улучшению работы желудочно-кишечного тракта. Избавляться от кожуры диетологи не рекомендуют. Покупные же яблоки следует тщательно промывать водой или содовым раствором, дабы избавиться от слоя воска и других вредных напылений. Яблоко употреблять с кожурой гораздо полезнее, потому что в кожуре содержится большая часть и пектина, и витаминов, и микро- и макроэлементов.
Кожуру нужно снимать в том случае, если вы не уверены в том, что, допустим, не содержит пестициды, да, этот фрукт. Если же все-таки это из сада, собственного сада, то, конечно, употреблять яблоко гораздо полезнее с кожурой. Что касается яблочной диеты, то здесь специалисты категоричны. Сидеть на таком моноголодании опасно для организма. Однодневно можно, но это уже будет в виде разгрузки, да, то есть как разгрузочный день. Вот именно как разгрузочный день, яблочный разгрузочный день очень полезно. А именно вот на протяжении даже 3-4 и более дней употреблять одни яблоки ни в коем случае не рекомендую, потому что это стресс для организма, и для организма будет только вред от этого. От 1,5 до 2 килограмм употребления яблок в день и, конечно, употреблять достаточное количество воды. Для обычного же рациона достаточно около 400 граммов. Но помните, чтобы продукт не стал яблоком раздора вашего пищеварения, его не рекомендуется употреблять вместе с хлебом из-за угрозы вздутия живота. Калорийность фрукта зависит от сорта, но в среднем составляет 52 килокалории на 100 граммов. Менее калорийные – зеленые яблоки, кислые яблоки, более калорийные – там до 60 килокалорий на 100 грамм. Продукта. Это красные, сладкие яблоки, они более калорийные. А зеленые всего лишь вот до 47 килокалорий на 100 грамм продукта. При термической обработке фрукт теряет свои полезные свойства, исключение запеченные яблоки. А все остальное, что касаемо, допустим, варить, делать джемы, варенье и тому подобное, кроме углеводов, полезных веществ уже не остается. Да, поэтому, конечно, я не рекомендую. Те же самые компоты, допустим, вот, если еще делать компоты из сухофруктов, это более полезно. А вот обычные, там, как мы в воде варим и тому подобное, это вот не очень. Там сплошные углеводы, а это не есть хорошо для организма. Яблоки – прекрасные иммуномодуляторы. Они сохраняют красоту и здоровье, улучшают работу многих органов. Из них можно приготовить что угодно. Главное – не судить этот фрукт, как и книгу по обложке. И помните, самые вкусные и полезные яблоки, выращенные в вашем саду или от местного производителя. Инна Макеева, Батырбек Макеев, Юлиан Каталонский. Специально для программы «Медикум». Новая коронавирусная инфекция научила нас с вами бережнее относиться к здоровью. А еще тому, что недостаточно переболеть ковидом и выжить. Не менее важно восстановить в полной мере все функции жизнеобеспечивающих систем организма. Есть мнение, что реабилитация после COVID-19 может занять не один месяц. Так ли это и что необходимо для того, чтобы как можно быстрее восстановить собственные жизненные силы, расскажет Николай Михайлович Бурдули, заслуженный врач Российской Федерации. Здравствуйте, Николай Михайлович. Добрый день. Итак, что же такое постковидный синдром? Новая коронавирусная инфекция позволила нам накопить определенный опыт. Уже второй год, как весь мир борется с этой инфекцией. Если раньше казалось, что это вирусная инфекция по клиническому выздоровлению заканчивается полным выздоровлением и восстановлением всех жизненных функций нашего организма, то к сегодняшнему дню четко установлено, что, к сожалению, вирусная инфекция после того, как человек выписывается из больницы, продолжает оказывать свое негативное воздействие, причем это негативное воздействие сказывается на всех органах и системах нашего организма. И если в прошлом году еще считалось, что вирусная инфекция в среднем продолжается от 2 до 4 недель, то на сегодняшний день уже четко определено, что так называемый постковидный синдром, то есть те изменения, которые связываются с перенесенной ковидной инфекцией, могут продолжаться до 6 месяцев, а в некоторых случаях даже и до 1 года. Я так понимаю, что во Владикавказском научном центре глубоко изучают эту проблему, интересуются вопросом и какие-то могут даже предложить реабилитационные меры.
Безусловно, в связи с новой пандемией, естественно, стал вопрос более глубокого изучения. Но так как мы в основном клиницисты, то нас интересуют вопросы, связанные с влиянием вирусной инфекции на некоторые функции нашего организма. В частности, на сегодняшний день мы занимаемся вопросами реабилитации и использования так называемого низкоинтенсивного лазерного излучения, которое применяется уже в медицине на протяжении свыше 40 лет. Но в новых условиях мы не знаем, как поведет себя это воздействие. Естественно, нас интересуют некоторые так называемые механизмы воздействия. Как будет воздействовать лазерное излучение, на какие функции. И вот этими проблемами мы озадачились и решили провести определенные исследования. Кроме того, на сегодняшний день мы пытаемся определить влияние такого препарата, как серотонин-адипинат, который оказывает очень положительное влияние, известно. Но в условиях постковидного синдрома это на сегодняшний день не изучено. Поэтому, естественно, мы тоже хотим посмотреть, как будет воздействовать этот препарат у этой категории больных. Кроме того, в нашем институте, в лаборатории пытаются разработать так называемые трансдермальные формы, то есть формы в виде пластыря, которые можно нанести на кожу, и этот препарат будет поступать в организм человека и оказывать свое положительное действие. Для этого необходимо проводить экспериментальные работы, чем, собственно, и занимается целый отдел. Вернемся к теме COVID-19. А какие системы организма страдают в первую очередь? И на что людям необходимо обратить внимание? Если в начале так называемой пандемии, о которой весь мир на сегодняшний день говорит день и ночь, считалось, что новая коронавирусная инфекция поражает в основном дыхательную систему, то накопленный к сегодняшнему дню опыт говорит о том, что практически нет ни одного органа и системы нашего организма, который бы не подвергался воздействию либо прямому, либо опосредованному этого вируса. И поэтому так называемом постковидном периоде в основном страдают, безусловно, опять-таки, это дыхательная система, сердечно-сосудистая система, органы пищеварения. Очень сильному воздействию подвергается нервная система, что проявляется соответствующей клиникой. То есть практически нет ни одного органа и системы, который бы не вовлекался в патологический процесс. Выходит так, что любому человеку, тому, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, необходима реабилитация или кто-то может обойтись без нее? Вы знаете, на сегодняшний день существует уже разработаны определенные этапы так называемой реабилитации. И этапы этой реабилитации предусматривают восстановление или применение определенных методик уже на этапе госпитализации, даже с блокоинтенсивной терапии. Безусловно, выраженность клинических проявлений постковидного синдрома у каждого из нас индивидуально, точно так же, как и болезнь у каждого из нас индивидуально протекает. В малом проценте случаев некоторые могут обойтись практически без элементов реабилитации, но в подавляющем большинстве случаев накопленный опыт свидетельствует о том, что всем практически больным, перенесшим эту новую инфекцию, необходимо применять этапы реабилитации и методики реабилитации. Они на сегодняшний день уже довольно хорошо изучены и разработаны. А вы могли бы о них рассказать подробнее? Ну, подробнее, наверное, это займет слишком много времени и слишком много будет медицинской терминологии, но в основном эти методики направлены на восстановление дыхательной системы, на укрепление скелетной мускулатуры, участвующей в акте дыхания, направлены на лучшее отхождение мокроты, на быстрейшее восстановление легочной ткани. Есть методики, которые направлены на то, чтобы ускорить восстановление всей сердечно-сосудистой системы, потому что и само сердце вовлекается в патологический процесс. Есть системы, которые направлены на то, чтобы восстановить как можно быстрее костно-мышечную систему, в частности, суставный аппарат. Поэтому эти методики довольно хорошо известны, и они широко используются. Какое место во всем этом занимает дыхательная гимнастика?
Ну, дыхательная гимнастика, наверное, это одно из ведущих мест занимает в постреабилитационном периоде, потому что все-таки наиболее часто вовлекается в патологический процесс именно дыхательная система. И реабилитационные меры также направлены на скорейшее восстановление всей дыхательной системы. А вы могли бы поделиться каким-то упражнением, которое каждый из нас может беспрепятственно выполнять дома, вот из дыхательной гимнастики, может быть, профилактическое упражнение? Ну, наиболее, наверное, простым, доступным является это дыхание с задержкой вдоха или с удлиненным выдохом. Надо постараться сделать так, чтобы выдох несколько удлинить. И это оказывает довольно благотворное влияние. Это наиболее, наверное, простой. Различные физические упражнения, в частности, небольшие отяжеления в виде гантелей, физкультурная зарядка, которая со школьной скамьи всем нам преподносится и доступна. Все эти простые мероприятия оказываются довольно действенными. Насколько я знаю, даже больным коронавирусной инфекцией показано передвигаться как можно больше. На сегодняшний день, безусловно, если они в состоянии, как только конечно. Позволяет состояние, показано как можно ранее активизация. И это физическая нагрузка, адекватная, доступная в тот момент пациенту, она должна в обязательном порядке проводиться. А сколько по времени может занять реабилитация? Или все индивидуально? Реабилитация, конечно, так же, как и болезнь, может протекать индивидуально, и в некоторых случаях это может затянуться на 3-4 месяца и даже до полугода. А в среднем это продолжается где-то 1,5-2 месяца. То есть можем посоветовать запастись терпением. Здесь кроме терпения больше ничего особо и не скажешь, да. А некоторые жалуются на то, что COVID-19 ударил по их памяти, по их нервной системе. Вот какую реабилитацию пройти этим людям? Как им восстановить? Ну, мы уже об этом как раз так и говорили, что поражаются все органы и системы, в том числе и нервная система. И действительно, и с памятью проблемы возникают, и с концентрацией внимания, и отмечаются нарушения сна днем. Сонливость, ночью может отмечаться, наоборот, бессонница. На сегодняшний день в этом плане тоже проводятся углубленные исследования, разрабатываются определенные методики. Ну и, как правило, эти методы применяются уже чисто в неврологической клинике. Тромбоз сосудов и фиброз тканей легких – достаточно распространенные следствия новой коронавирусной инфекции. И какие мероприятия восстановительные рекомендуется проводить в этих случаях? Накопленный, опять-таки, к сегодняшнему дню опыт свидетельствует о том, что, да, коронавирусная инфекция нарушает так называемую гемокоагуляцию и увеличивается склонность к тромбозам. И уже на этапе госпитализации или даже на этапе амбулаторного лечения на сегодняшний день очень широко используются препараты, способствующие разжижению крови или предотвращению образования тромба. И эта угроза сохраняется, к сожалению, и у больных, которые закончили, казалось бы, курс либо амбулаторного, либо стационарного лечения. Поэтому и в постковидном периоде у некоторых больных до 1,5-2 месяцев необходимо принимать препараты, препятствующие образованию тромба. И в частности, это такой препарат, который широко сейчас используется, и Ликвис. А что делать тем, кто перенес заболевание в бессимптомно, либо в легкой форме? Им нужна, опять же, реабилитация? Ну, опять-таки, здесь сугубо индивидуально. Бессимптомно, на то она и бессимптомно, что человек практически не предъявляет никаких жалоб, и он может и не знать о том, что он перенес это заболевание. Но в некоторых случаях и у этой категории больных также необходимы определенные реабилитационные мероприятия. Но это будет определяться, наверное, скорее всего, уже совместно с врачом при углубленном обследовании, при наблюдении за ним, либо появится какая-то определенная симптоматика, которая позволит заподозрить и уже более целенаправленно, углубленно проводить исследование у данного пациента. А таким образом, где нашим зрителям, нашим землякам пройти реабилитационные мероприятия? У нас в республике есть какие-то организации, куда им обращаться?
Ну, на сегодняшний день все реабилитационные мероприятия в основном проводятся на этапе амбулаторно-поликлинического звена. Есть в стационарах тоже на этапе стационарного лечения уже включаются реабилитационные мероприятия. Поэтому на сегодняшний день это все-таки более доступно. Это не такая проблема, чтобы не проводить эти реабилитационные мероприятия. Спасибо вам за разъяснение. И вам спасибо. Еще раз благодарю за беседу. Высыпания на лице доставляют неприятности не только в подростковом возрасте. Все больше людей старше 25 лет жалуются на угревую сыпь. О причинах возникновения и способах борьбы с акне узнаете из сюжета. Акне – одно из самых частых заболеваний кожи. Оно появляется при скоплении в устьях волосяных каналов избыточного количества кожного сала. Это приводит к образованию так называемых пробок. Их еще называют комедонами или угрями. Они создают идеальную среду для размножения бактерий. Как результат, появляются ненавистные воспаления и высыпания на коже. Чаще всего воспаления появляются из-за пропионовой бактерии акне или же вторичной бактериальной инфекции. Для того, чтобы выявить возбудителя, врачи просят сдать анализ кожного покрова на микробную флору и наличие паразитов. Если бактерия не обнаружена, то медики советуют сдать биохимический анализ крови и проверить уровень гормонов. Дело в том, что причиной акне может быть гиперандрогения – повышение уровня мужских половых гормонов. Если уровень тестостерона повышен, то и сальные железы работают активно. Так как это заболевание именно сальных желез, то, естественно, мы уже делаем вывод, что это подвержены чаще всего люди с жирным типом кожи и комбинированным, так как выражена гиперсекреция сальных желез. Еще одна причина появления акне – наследственность. Если один из родителей страдал этим кожным заболеванием, то и у детей могут возникнуть такие же проблемы. Комедоны чаще всего появляются на коже лица, волосистой части головы, верхней части груди, спины и плеч. Угри делятся на открытые и закрытые. Открытыми называют черные точки, так как устье фолликулы соприкасается с воздухом, и пробка кожного сала темнеет. Закрытый комедон – это такой элемент, когда устье фолликула уже очень узкое, и он уже глубже располагается и менее визуализируется. Если его не трогать и не беспокоить, да, он может какое-то время в спокойном состоянии находиться. Есть еще милиумы, в простонародье называются просянками. Это секрет сальной железы, такое маленькое скопление секрета сальной железы. Акне классифицируют по стадиям. Первое, когда на лице заметны только комедоны. Вот если легкая степень поражения, тогда мы назначаем просто наружную терапию в виде мазей, болтушек. Мази – это у нас там ретиноиды, естественно, и болтушки, подсушивающие элементы. Потому что при легкой степени там несколько бывает воспалительных элементов. Вторая стадия акне относится к средней тяжести. На коже появляются папулы и пустулы. На третьей стадии, помимо всего прочего, образуются узлы. Они задевают уже более глубокий слой кожи. А вторая степень тяжести, мы уже сюда присоединяем антибактериальную терапию, наружную, то есть ретиноиды плюс антибиотики. Да. А вот третье, или между второй и третьей, сюда мы уже и внутрь принимаем системную терапию. То есть ретиноиды внутрь принимаем, ретиноиды наружно, антибиотики внутрь, антибиотики наружно. Многие пытаются самостоятельно выдавливать комедоны, но это делать категорически нельзя. Во-первых, можно занести инфекцию. Во-вторых, воспаление может распространиться на другие участки кожи. А есть еще у нас смертельная зона, так называемая, смертельно опасная зона. Это носогубный треугольник. Вот все прыщи гнойные, которые находятся в области носогубного треугольника, трогать категорически нельзя. Объясню почему. Потому что у нас идет прямое сообщение от этой части носогубного треугольника к
структурам головного мозга. Вот то же самое мы можем получить, только гной пойдет по сосудику в структуры головного мозга. И мы получаем осложнения вот такие. Многие для лечения акне регулярно прибегают к пилингам и чисткам лица. Но стоит помнить, что иногда косметологические процедуры могут иметь обратный эффект. Частые чистки лица могут повысить выработку кожного сала, особенно если проблемы с гормонами. Поэтому надо знать меру. Вообще при лечении акне используют огромный арсенал косметологических процедур. Дарсонализация, озонотерапия, криомассаж, плазмолифтинг, дезинкрустация и всевозможные пилинги. Но следует помнить, что все это подходит не каждому, и лечение индивидуально. Специалисты отмечают, важно правильно ухаживать за кожей. При акне ни в коем случае нельзя использовать левомицетиновые и салициловые спирты. Это может спровоцировать выработку кожного сала или вызвать раздражение. Также придется пересмотреть рацион питания. Не зря говорят, мы то, что мы едим. При наличии акне желательно придерживаться скандинавской диеты. То есть это фрукты, овощи, это рыба во всех ее видах, да? Оливковое масло. То есть какие-то определенные продукты, которые нам не провоцируют избыточное отделение кожного сала. Запрещены, конечно, стимулирующие активное выделение. Это копченые, соленые, острые продукты, мучные изделия, булочки и так далее. То есть быстрые углеводы. Иногда акне без всякого лечения проходит после 18 лет. Примерно в этот период нормализуется гормональный фон. Но даже подросткам желательно правильно ухаживать за кожей. В противном случае придется бороться с последствиями этого заболевания – застойными пятнами и рубцами на коже. А с этим справиться значительно сложнее. Элла Бибилова, Мурат Байцаев, Бимбулат Дзуцев специально для программы «Медикум». И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Будьте здоровы и всего доброго!